Красного ринга Михаил Куликов Виталий, спортивный клуб МГУ. Боксеру 39 лет, на ринге провел 5 боев, в одном одержал победу. Боксом занимается 4 месяца под руководством Симонова Вячеслава. Красного ринга отдыхает Кузнецов Алексей, спортивный клуб «Улан». 23 года боксера, на ринге провел 0 боев, но я одержал победу. Провел свой дебют на ринге. 2 года занимается боксом под руководством Ткаченко Александра Николаевича.
А в этом бою техническим нокаутом победу одержал боксер из красного угла.